Всем воскресенье, всем воскресенье. У нас есть свет, но у нас есть еще и дождь. Обалдеть. Вот и все. Вот и поработали. Вчера с Николаем такие, вот, завтра, если будет свет, встанем, и в воскресенье никуда ехать не надо, ничего нет, вот. И мы классно поработаем. Поработали, ребята. У меня по огороду куча делов было. У меня здесь, я же говорю, эту грядку хотела привести в порядок. В общем, ничего не это самое сегодня не получится по улице. А завтра у нас ночью он начался. Ночью начался этот дождь. Потому что я проснулась. Ну, это уже было ближе к утру, но все равно ночью. Я проснулась прям такая, ой, что-то тарабанит. А потом он, видите... Обалдеть, просто обалдеть. Груши надо собрать. Вот, теперь их можно уже собирать, они классные. Уже такие они сладенькие и обалденные, вкусные. Потому что когда они еще вот на дереве висят, они вообще прям жесткие. Они сладкие, но их укусить невозможно. Блин, с той стороны, ну и паутина, и все на свете. Так я ничего и не помылась. Ну ничего, выдастся тепленький денечек, залезу сюда. С той стороны помою окна, потому что, конечно же, и мушки, и кто угодно за все лето. Я сюда и не долазила, если честно. Я мыла окна снутри, ну, изнутри, а снаружи я их и так и не мыла. Не, Дашка мыла. Да, я за все лето их не мыла. В общем, вот такая вот у нас погода. Весело-привесело, представляете? Мы так надеялись именно сегодня поработать, именно по улице. Я говорю, как раз самое то, воскресенье, да, выйти. Потому что завтра нам надо уезжать, во вторник нам надо уезжать. Вернее, завтра едет Коля свой вот этот ГРМ менять, ремень. Вот, пацанам заказали, все. И я думаю, что это не так быстро делается. Ну, я не знаю, правда, что я буду рассказывать. Ну, в любом случае. Вот. А во вторник мы едем. Ну, во вторник, правда, после обеда мы едем. Ну, посмотрим. Короче, посмотрим, не знаю. Такой классный день, и вот, пожалуйста. И вон, пожалуйста, блин, цветочки уже надо пообдирать, вот эти вот листья. Те, что подцветали, пообдирать надо, блин. Хотела вот пересадить вот эти цветы, маленькие у них горшки. Их уже и полить надо, и помыть, и полить, и все на свете надо. Тут сюда не могу долезть никак. Это тоже цветы. В общем, вот такие вот у меня цветочки. Блин, я их еще отодвину от батареи, а Коля их опять к батарее подвигает. Ой, мои цветочечки, квиточки. Блин, капец. Короче, ну, Коля занялся домашними делами. Придумал он все-таки, как нам сделать, чтобы у нас было отопление. Если не будет света, то он там для насосика придумал, что сделать. Ну, главное, чтобы был газ. А если еще и газа не будет, то если света и газа не будет, тогда буржуйку будем покупать. Так что такие дела. Так, ну что, ребята, вот показываю, как я устроил это все дело. Вот наш старый аккумулятор. Подключил к этой штукенции. Вот, подключил насос. И он работает. Аллилуйя. Вот, подключил, получается, к сети. Сейчас как... Вот что с людьми романтика делает. Вчера по все это делали. Да, 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 да. Короче, ребята, что? Сейчас он работает от сети, видите? Зеленая кнопочка. Но как только сеть пропадет, загорится оранжевая кнопочка. Ну, не кнопочка, а лампочка. Это будет означать, что он работает от аккумулятора. То есть, ну, классно. Тянет он насос. Не знаю, насколько, конечно, хватит аккумулятора нашего старого. Вот, и очень даже хорошо, что его тогда не приняли, когда мы покупали новый. Вот. Посмотрим, время покажет. Вот. Сейчас все подключил, ждем. Ждем отключения света, так сказать. Ну, не специально, конечно, но если вдруг, то будет классно. Вот. Останемся с теплом. Ну что, да, ребята, погода, конечно, шепчет. Только бери работы. Ё-моё. Льет лед, с самого утра льет, блин, вообще, без остановки. Это капец. А погодка, я вам скажу, теплая. Вот, сколько там у нас? 11 градусов. 11 градусов тепла, блин. Но работать невозможно. Как видите, ёшкин кот.
Конечно, хорошо, она сейчас укрепит в сырую погоду. И дождь, когда уже это самое положено все, на следующий день очень даже хорошо, когда дождь. Я вчера вон положил эти ряды, вон выставил рядочек по уровню, до угла почти. Почти до угла дошел. Не хватило чуть-чуть, буквально там на 3 шлакоблока не хватило. Вот, ну ничего, что делать, блин. Ждем хорошую погоду. Да, и, блин, надо было накрыть, конечно, шлакоблок. Блин, он мокрый, ребята, такой тяжелый. Это капец. Ждем хорошую погоду. Ну, а пока крутимся по дому, конечно. Как видите, сделал этот. Все, классно. Блин, работает. Проверить, насколько времени его хватит. В принципе, можно сейчас взять, отключить его с питания и пускай работает на этом, на аккумуляторе, чтобы проверить. Но тоже неохота просто так гонять аккумулятор. Старый, причем. Блин, ну классно, так свежо, так тепло. Ветра нет. Ё-моё. Ну и работать нельзя. Так, у нас тут такая светомаскировка высыть. Не удивляйтесь, не обращайте внимания. Дождь фигачит, блин. Стройка. Стройка стоит. Нет, ну он потихоньку делает. Он молодец. Он делает, делает. Ну сколько он успевает самостоятельно делать, столько и делает. Мы это сделаем в любом случае. Как бы кто там и чего там, но мы это все равно сделаем. Вот. Все, все у нас получится. Все у нас будет чудесно, все у нас получится. Раз Николай себе что запланировал, он в любом случае все сделает. Иначе Коля не Коля. Был бы, вернее, не Коля, если бы не сделал. Так что, блин, на улице вон комары летают. Обалдеть. Уже холодрыга такая, они летают. У нас везде светомаскировка, на кухне светомаскировка, в коридоре светомаскировка. Коридоре, да, я говорю коридоре, мне нравится говорить коридоре. Вот, тут тоже светомаскировка, закрывается все. Бонька все здесь, знаешь, скажи, я тоже здесь в окошко смотрела, смотрела. Боже, тут надо везде поприбираться. Все в банках заставлено. Коля еще мне из-под этого, из-под кухонного... тумбочки. О, прибежала звезда. Побежала. Джессика что-то в последнее время у нас, то ли у нее расстройство, то ли что. Бегает сегодня целое утро. Или она из-за дождя не может сходить, сделать свои дела. Потому что она обычно выбегает, я поделала дела и домой. А это побежала. Ну, это что-то непонятное. Что, Боника? Боника, нянька. Скажи, дождь на улице совершенно нехорошо. Лучше было бы холодно, да? Что? Ой, выйти дохнуть свежим воздухом, что ли? Не-не, Боня, не за. Обалдеть. О, зайка сейчас накрывает. Дождь идет, а он сейчас тут накрывает. Что он это делает? Зачем? Чтоб не размывало, или для чего он это все это делает? Вот такое вот. Вот такое вот делает. Боня, ты куда пошла? А ну давай домой. Дождь на улице. Бегом намочишься вся. Тоже мне. Что там, зайка? Чего? Я не слышу. Срачка. У Джессики? Ну ты не слышишь. А что цена такого? Жирненькая, да? Ну да. Мы же купили эти кадыки, они такие жирные. Надо все-таки сливать этот жир. Мы обычно им этот, после того, как с Бонни вот это вот было у нас, то нам же сказал врач давать такое нежирное. То мы старались всю, весь жир, вот это все, когда варилось, сливать. Это вчера как-то не слили, и получается дали жирное, и дамы Джессики, бабушки Джессики расстройство. А зачем ты закрываешь вот это? Слушай, давай буряки эти хотя бы куда-нибудь день. Они же так и погниют здесь. Мы собирались их отвезти, а люди были на работе. А потом, в общем, получается, мы были заняты. Вот так вот оно и получилось. Все, ну, все, все вот так вот и получилось. Вот, блин. Короче, везде такой бардак. Там то одно, там другое, там пятое, десятое. Да, ничего страшного. Меня это особо не волнует. Да, зайка? Да. Нас это особо не волнует. Надо закрывать, во-первых, потому что... Еще такую сильную нагрузку давать нельзя.
В смысле? Ну, Макриев полностью тяжелее. А. Нам этого не нужно. И вообще нам нельзя его мокрить сильно. Ну как, влажность хорошо. Я поняла. Но если мочить, это плохо. Заморозь. Ну да. Блин, у нас оно в бассейне бульбы. Такое впечатление, что будет сильный, ну, этот, знаешь, как затяжной дождь. Она капает в бассейнчик этот маленький. И прямо такие бульбочки. Нас с детства учили, что если в лужах бульбы появляются, то это типа суточный дождь. Очень хорошо. Это она, бабушка Люба, заваляла ее когда-то. Сколько лет она валяла? Я не знаю. И не знали для чего, да? Натурально классно. Угу. Это ж можно между фундаментами этим таким делать, да? Ну, можно, ты что? Это еще как старых клеен. Она неубиваемая, да? Да. Это клеенка какая-то в рулонах. Только, Зай, ты же ее так безбожно не используй. Может, для чего-то хорошего пригодится. Ну, нужного. Слушай, она лежала 5 лет. Ну и что? Ну, она, смотри, какая плотнючая. 5 лет лежит, и ничего с ней не случилось, что самое интересное. Короче, вот такая вот у нас погода. Ай-яй-яй-ой-ой-ой. Ночью был такой сильный дождь. Сейчас, видите, просто льет, не дает ничего делать. Ничего по дому делать. Я борщик варю. Сало нашла такое, уже засоленное. Засаливала и в холодильник. Вернее, в морозилку клала. Вчера собачье мясо в морозилку это самое укладывала. И нашла сало. Поэтому решили сегодня сварить борщ и с салом, и с чесночком. Вкусно будет. Местами бачите, как поблёк. Местами что? Местами какой шлакоблок. Ага. А может он такой весь? Нет. Нет? Же некоторые плохо трамбанули, поняла. Засранцы, да. Ай-яй-яй-яй. Так надо сказать ему. А других же все равно у нас в Кировограде вариантов нету. А везти фиг знает откуда, не понимаю откуда. И дороже будет. И не факт, что он лучше. Да? Ты давай не... Че ты вышел в такой куртке промокаемой? Так одень непромокайку. Давай сними эту курточку, одень непромокайку. И давай домой быстро. А потом закончишь. Давай вперед. Чуешь? Слышишь, как птичка кричит? Тиви-тиви. У нас, кстати, начали слетаться эти в нашу кормушку. Я что положила подсолнух целый. И туда начали, представляете, слетаться эти синички. Класс. Так классно вообще. Сегодня утром сидела, наблюдала. Помнят, слетаются. Главное, целое лето их практически не было. Ну, там периодически залетали, но такое очень мало. А как только вот холода настали, они сразу же сюда. Надо им свежего сала отрезать. И прицепить. Они очень сало любят. На крышу мы им цепляем, они прилетают и прям его дзобают так. Ух! Хорошо. Только не соленое, а такое. Это они, да? Это синички? Вроде да. Сивка. Воробьи, по-моему. Да, вот там. Не, что воробьи? Синички вроде, нет? Блин, не видно. Он там на дереве сидит. Свиренькая. Нет, так поют синички. Помнишь, мы таким привлекали их? Тиви-тиви. Тиви-тиви. Надо уже сетку эту снимать. Да, вон синичка полетела. Синички. Обалденно. Класс. Все, пошла, пока мой борщ не выкипел. На улице по-прежнему дождь, а мы наконец-то садимся обедать. У нас на обед сегодня борщик. Вкусненький. Получился немножко светлый, потому что пасту не захотела открывать. А добавила просто морс. Очень вкусный, классный, кисленький такой морсик из помидорчиков. Это просто обалденно. И смотрите, что у нас есть. Вот такая замечательная тарелочка. Это просто чудо какое-то. Извиняюсь за плохое освещение. Я уже показывала, что у нас всего лишь одна лампочка горит. Мы экономим электроэнергию. Просят всех экономить в Украине электроэнергию, чтобы всем хватало. Да. Поэтому, да. Так как у нас работает компьютер, мы все остальное повыключали. Да, ну одна маленькая. Ну, одна лампочка, чтобы можно было здесь покушать сейчас. Вот. Это сало у нас. С чесноком. Вот так вот я его поперчила, перемешала. Ну, это засоленное сало было.
Вот. И еще лучка нарезала. Вот это вот самая-самая классная штука к борщу. Просто обалдеть. Еще черный хлеб мы купили. И кушаем. Кушаем. Ням-ням. Ты что, не добавлял еще майонез? Не, еще. Так хочешь? Ну как? Нормуль? Все. Ну что, дождик у нас немного прекратился. И Николай в бой. Войка же не надо рубить, бо завтра не будет времени, блин. Завтра ж ехать с Катей в эту, на этот ремень. А как оно там по времени, непонятно. И как по погоде, непонятно. И как по этому, опять же, по свету, непонятно. Сегодня как-то, вот я же говорю, слава богу, свет есть. И то, я же говорю, я стараюсь тут уже и дома его по минимуму использовать. Все подключали. И эти микроволновки, и все, и все, и все, и все, чтобы меньше использовать этого света. Ну, она говорит, ручную замешивать, это, конечно, жесть. Говорит, лучше один раз за колод сделать вот так вот. И быстро шмак, 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 шмак. То делает он. Вот. Как-то так. Мы идем к мечте. А мечта идет к нам. Все быстрее, быстрее. Вообще Николашка в работе, он даже не видит, что я его снимаю, да? Жайчик. Жайчик, побегайчик. Потяпу. За Циву. Мотива надо заказать еще машину. Ё-моё. А я сегодня решила на улицу не выходить. Вот. Хотела выйти по этому, немножко поковыряться по этим цветам. Куля говорит, сиди. Куда? Куда тебе идти? Сиди, говорит. Не хватало, чтобы ты еще больше заболела. Но оно такое, я уже не, ну как, нет у меня такого, что прям болею там или еще что-то. Нет, ну такое, знаете, состояние немножко, этот насморк туда-сюда, такое, чуть-чуть, совсем, совсем. Ну, это школя. Я вышла, блин, на улицу поснимать, он как начал кипишовать, говорит, ты че? И вообще вот в таком плане. Ну, телефон звонит. Зубки сделала. Да, но я сейчас притираюсь к ним, потому что пришлось снимать полностью весь зуб и делать заново. Сейчас я притираюсь и во вторник поедем, посмотрим. И коли начали делать потихонечку, по крайней мере лечить.